Почта России. Вот, вот как красиво. Ну вот вам не стыдно, скажите? Стыдно. А? Стыдно. Стыдно? Ну а зачем вы так делаете? Ну, вот, я взял. Вот выложу на сайте на Санковском, в газету надо, отправлю. Да. А что не надо-то? Вот, вот надо так. Таких, как вы, знаете. Я вот... не зашел. Я не зашел, я почту вожу. Не, ну я понимаю. Ну, вот, вот таких, ну, как да, вы. Я снесу. Да, со скорой помощи. Это самые почтовые машины. Что-то все Санковские причем попадаются больше. Здравствуйте. Здрасте. Вы кто такой? Ну, какая разница, кто ну, какой? Как вы снимаете, мы тут посторонний какой. Мы вас сейчас арестуем. А, ну арестуйте. Ну, вот, да. Поедите с нами. Вы, а, вы мне еще предлагаете меня арестовать. Если вы так снимаете нас. Да, я, естественно, вас снимаю. Я вас снимаю как воров. Как захищение. Воров? Я сейчас еще в полицию позвоню. Ну, давайте, звоните. Вы, то есть вы мне еще и угрожаете, я так понимаю. Я спрашиваю, кто вы такой? Нет. Вы говорите, я вас спрашиваю. На каком основании вы воруете кукурузу? Еще вы мне тут пистолет показываете? Да, я с оружием, я еду, как говорится, по маршруту. Ага, то есть ага. Вы как это самое... А вы снимаете как нас, снимаете? Человек, да. При исполнении обязанностей. Да вы завтра работать там, я так думаю, что не будете. Потому что это видео, я... Это самое... Никакого имеете права сюда заходить. Мало того... Еще мне здесь и пытаетесь угрожать. Да нет, мы не угрожаем. Вот, а вот вы теперь представьтесь, кто вы такой. Нет, сначала вы, я вас спросил. Сейчас я вас буду снимать. Пожалуйста, снимайте. Можете меня поснимать. Почта России, так, чтобы номер был хорошо виден. Е415ОВ. Да-да. Теперь попробуйте меня, можете меня снимать, мне как бы это все равно. Не надо.